Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Иван Русских, а это мой помощник Захар Федоров, и я приветствую вас на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами об искореняющей обработке весеннего сада. Эта обработка является чрезвычайно важной в ряду мероприятий по уходу за и декоративным, и плодовым садом, потому что вместе с тем, как просыпаются растения, одновременно просыпаются всевозможные их болезни и вредители. Какой же период наиболее благоприятный для осуществления искореняющей обработки сада? Этот период называется зеленый конус. Зеленый конус характеризуется тем, что на почках деревьев почки уже лопнули, но листики еще не развернулись. Но уже виден, явно виден зеленый цвет. Когда листики уже развернулись, эта фаза уже прошла. Но, несмотря на это, искореняющую обработку сада все равно можно будет сделать, но с определенными особенностями. Эта фаза может длиться достаточно короткое время. Связано это с тем, что если температура стабильна выше 10 градусов, достаточное увлажнение и достаточное количество солнца, растения сада накапливают достаточное количество тепла, и фаза проходит достаточно быстро. Поэтому может случиться так, что вы приехали на дачу, вам кажется, что еще обрабатывать рановато, а следующий приезд через неделю уже и возникнет. Поэтому если вы начнете обработку немножечко раньше, это ничего страшного. Раньше лучше, чем позже. А сегодня я расскажу вам о двух способах приготовления растворов для искореняющей обработки с использованием медного и железного купороса. Я недаром держу здесь деревянную палочку и растворы размешиваю деревянной палочкой, потому что, по крайней мере, медный купорос очень не дружит с железом, поэтому надо максимально избегать контакта медного купороса с какими-либо железными поверхностями. А приготовить раствор для искореняющей обработки сада достаточно просто, но здесь есть свои особенности. Для приготовления раствора на основе медного купороса необходимо взять примерно 300 грамм медного купороса и предварительно растворить их в литре или в 1,5 литра горячей воды. Именно в таком случае купорос растворяется как следует. В опрыскиватель заливается небольшое количество воды, и растворы туда добавляются поэтапно. Заливай туда медный купорос. Использование фильтра является чрезвычайно оправданным, потому что даже при том, что купорос вам кажется практически растворился, все равно какие-то крупиночки здесь могут быть, и они будут забивать опрыскиватель. Поэтому обязательно используйте фильтры. Заливай туда. Вторым важным компонентом является мочевина. Для чего нужна мочевина для выполнения искореняющей обработки? Ее нужно примерно 1 литр мочевины на 10 литров воды. Мочевина необходима, во-первых, для создания гипертонического раствора. То есть вот такой очень концентрированный раствор, когда он попадает на поверхность веток, он извлекает воду из клеток грибов, из клеток бактерий, всевозможных вредителей, то сделает некомфортные условия там для их существования и, соответственно, препятствует их размножению. Но это то же самое, что полощешь горло концентрированным раствором соли, тот же самый эффект. Но у мочевины есть еще одна большая польза. Дело в том, что вот хорошо известно, что обработка сада мочевиной по зеленому конусу немножечко задерживает цветение сада. А поскольку риск возвратных заморозков в умеренной зоне достаточно велик, то немножечко придерживание цветения сада, особенно ранних сортов или ранних видов плодовых растений, является благоприятным для ухода от вероятных заморозков. Бывает так, что заморозки возвратные длятся только одну ночь. И если мы хотя бы на сутки, ну там двое, задержали цветение сада, это для нас уже хорошо. Поэтому мы берем литр мочевины и также помещаем в наш опрыскиватель. Мочевина растворяется очень хорошо, соответственно, предварительно растворять ее не нужно. Держи, ага. Следующим компонентом для искореняющего раствора является мыло. Мыло снимает поверхностное натяжение и позволяет раствору равномерно распределиться по веточкам и почкам. Какое же мыло взять? Вот это очень важный ключевой вопрос. Дело в том, что хозяйственное мыло или любое твердое мыло несовместимо с растворами купоросов.
Поэтому мы берем жидкое мыло. Вот вы можете увидеть на фотографии очень явно, что будет, если смешать медный купорос с мылом. Медь взаимодействует с мылом и выпадает в осадок. Этот осадок уже не растворить. И если у вас забьется опрыскиватель, то это будет катастрофа. Потому что промыть этот осадок из опрыскивателя очень и очень сложно. Поэтому мы используем только жидкое мыло. Ну, какое-то любое, или для рук, или для мытья посуды. Вот я использую средство для мытья посуды. На 10 литров, чтобы обеспечить хорошую смачиваемость веток в этот период, нам нужно добавить, ну, примерно половину вот этой бутылки. Ну, то есть, где-то 200-250 грамм. Выдавливаю его сюда потихонечку. Да, да. И все хорошо. И выдавливаю. Да. Нажимай как следует, не боись. Половину примерно бутылки. Для усиления действия медного купороса можно добавить порядка 30-40 мл нашатырного спирта, то есть 10% раствора аммиака. Только не добавляйте его в концентрированный раствор, добавьте его непосредственно в опрыскиватель. У вас образуется комплексное вещество, медный купорос потемнеет. Конечно, весь медный купорос не прореагирует с таким количеством аммиака, но какое-то количество прореагирует, и это будет очень и очень полезно. Кроме того, что я добавляю сюда аммиак, я еще добавлю сюда небольшое количество гуматов. Гуматы являются достаточно биологически активными веществами, они полезны и для добавления в почву, и для опрыскивания. Поэтому я сделаю сюда несколько бульков, но на самом деле все необходимо растворять по инструкции. Гуматы содержат иногда осадок, вот такие растворы концентрированы, поэтому также необходимо использовать фильтр. Кроме того, будьте осторожны после того, как вы использовали фильтр с гуматами. Гуматы достаточно тяжело отстирываются. И вот здесь, вот, конечно, вы не можете видеть, но здесь довольно много осадка. Вот, в общем, фильтр поэтому нам очень хорошо помог. После того, как мы приготовили раствор, его надо как следует взболтать до полного растворения, накачать опрыскиватель и равномерно обработать наш сад. Другой рецепт искореняющего раствора готовится не на основе медного, а на основе железного купороса. А дело в том, что железный купорос при растворении в воде достаточно быстро окисляется. Двухвалентное железо в трехвалентное железо. Чтобы этого не происходило, необходимо добавить какой-нибудь комплексообразователь. В качестве комплексообразователя наибольшее применение находит лимонная кислота. 30-40 грамм лимонной кислоты на 10 литров воды и на полкилограмма железного купороса является идеальным сочетанием для приготовления такого раствора. Все остальные компоненты остаются те же. Гуматы, мочевина и мыло, только, конечно, не хозяйственное. После смешения всех этих растворов вы можете обработать также деревья или кусты, но в том числе вы можете обработать и газоны или другие поверхности от мха. Кроме того, что этими растворами необходимо обработать растения в фазе зеленого конуса, чрезвычайно важным является обработка и растений, у которых почки уже достигли более высокого развития, то есть листочки уже появились. Но для того, чтобы не повредить молодые листочки, вам необходимо приготовить в два раза разбавленный раствор. То есть взять вот эти количество компонентов на 20 литров, либо концентрацию, исходную концентрацию раствора разбавить в два раза. Точно таким же разбавленным раствором необходимо обработать и хвойные растения, особенно можжевельники. Дело в том, что если у вас на участке имеются одновременно можжевельники и груша, то ржавчины груши вам не избежать, потому что хвойные растения, можжевельники в частности, являются промежуточным хозяином ржавчины грибов. В этой связи обработка растений, хвойных растений, таким искореняющим раствором позволит вам не только избавиться от болезни собственных хвойных растений, но и от этих промежуточных стадий развития гриба.
Я очень надеюсь, что наши советы помогут вам содержать сад здоровым в течение всего периода и получить богатый урожай. Привлекайте молодое поколение к работе в саду, к приготовлению вот таких растворов. Это достаточно интересная химия, это любопытно. Это отвлечет их от компьютера, от каких-то таких, ну, не конструктивных занятий. А я желаю вам успехов, надеюсь на наши встречи с вами. Чтобы быть всегда в курсе дел, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик внизу этого видео, и вы всегда будете в курсе самых последних новостей нашего канала. До новых встреч!